Насколько сильно меняется ток тоннелирования при смещении решет, ну, нитрида и графена? То есть вы сказали, что есть изменение тока, но насколько он сильно меняется, я так не понял. И второе, связанное с этим вопрос, насколько воспроизводимо расстояние между склеенными плавами отдельными элементами этой сэндвич-конструкции. Если вы набираете достаточно много, уверены ли вы, что у вас в каждом случае туннельный ток будет одинаковый в зазоре между отдельными элементами сэндвича? Да, спасибо. На самом деле, по поводу туннельной дистанции, я бы хотел так сказать, что когда мы изготавливаем, то есть мы нитрид бора получаем тем же самым методом липколенты, да? Мы ее фактически видим на подложке, и потом мы ее поднимаем с подложки другим кристаллом. Вот. На этом этапе нитрид бора, к сожалению, не такой хороший, как графен, потому что он, у него очень большая запрещенная зона, его не видно вообще. Его видно только за счет того, что он немножко толще, чем оксид кремния, который его окружает, поэтому там интерференционный цвет, есть смещение цвета в интерференционном отраженном свете. Вот. Поэтому сложно сказать, где там один, где два, где три слоя, когда до этого доходит, и мы это просто экспериментально определяем. То есть, когда вы уже его изготовили, вы делаете либо FM, атомно-силовой микроскопии, там четко видно, сколько слоев там прям квантуется, да? Либо вы мерите транспорт, в транспорте тоже на 2-3 порядка каждый раз есть отличие между, ну, какое количество слоев. Вот. Но предсказать сложно. То есть мы делаем что-то похожее на два слоя, это может быть один или три слоя в конечном счете, и нужно набрать некоторую статистику, чтобы, ну, что-то сказать. Вопрос. Вот вы рассматривали, что соразмерность решеток соседних кристаллических слоев, то есть период, достигалась за счет сжатия и растяжения плоских слоев. Почему вы не рассматривали вариант, что у вас слой просто волнообразно изогнут? То есть есть, видимо, какие-то экспериментальные данные, которые позволили вам отбросить эту гипотезу? Ну, волнообразный изогнут, значит, вы бы его Волна небольшая, потому что у вас несоразмерность 1,8%. Да. То есть амплитуда может быть очень небольшая, вот за счет этого. Ну, это фактически так и происходит. То есть происходит то, что в некоторых местах он растягивается, а потом возникает волна, потому что если надо компенсировать вот эту накопленную длину, да, за счет растяжения, потом идет волна. Потом опять регион, который хорошо совмещается с решеткой подложки. Потом опять такая небольшая волна. То есть в этом смысле, конечно, да, такой регион. Спасибо. Пожалуйста. А можно просить вас, вот один из первых слайдов, где вы показываете схему методики. Этап предпоследний, peel-off. Да. Как вы вот от носителя, вот эта синенькая полоска, роняете графен? Значит, тут мы играем на адгезии. Различие адгезии. Синяя полоска – это полимерная пленка. Обычно да. Это PMMA, полиметилметакрилат, да, по-русски. Вот. Он, к нему адгезия немножко ниже, чем адгезия к другим 2D-материалам. Поэтому... Это немножко. Что такое? Вы используете кучу разных материалов. У них у всех должна быть разная адгезия. Правильно. А какие-то из них... он один и тот же. Да, какие-то из них отклеиваются легко, какие-то из них рвутся. То есть это чисто так, интуитивно, экспериментально. Никаких показаний, да. Ничего нет. Да, но полимеров много, и к ним тоже разная адгезия. Поэтому, в принципе, можно брать разные полимеры. Если с одним не получается, есть очень много других. Ну, то есть только перебором, никаких предсказаний, ничего нет. Да. Только перебором. Там причем вы можете, например, с температурой поиграть полимера, вы можете его нагреть, он будет более плоским, адгезия улучшится. Да, то есть такие всякие вещи. Тут сложно очень сказать. Как вот эта поверхностная чувствительность однослойных материалов к окружающей среде, она как бы очевидна, вы ее регистрируете. Значит, вы статистикой набираете некоторые экспериментальные данные. А есть ли у вас такие данные, которые говорят, вот вы сделали прибор, и потом следите во времени за его стабильностью характеристик. Вот когда начинается что-то такое нестабильное, когда он по существу исчезает? Значит, мы это делали на черном фосфоре и наблюдали около 5-6 месяцев. А свойства практически не меняются, есть небольшое допирование, а подвижность не изменяется. Вот я могу сказать, что по нашему опыту графен, купленный у графеники, если его хранить на воздухе в лаборатории,
он просто исчезает через 6 месяцев. Это CVD, да? Да. CVD мы не используем, потому что он себя фрагментирует. Один атомный слой. Значит, что-то с ним должно быть. Вы же сами говорите, что что-то происходит. Нет. Сам графен, в принципе, у нас никогда не исчезает. Я такого никогда не встречал. Вот. А CVD мы не используем для закрытия, потому что в нем много... он поликристалл, в нем очень много дырочек и трещин всяких, через которые в конечном счете будет что-то сочиться. И эти трещины очень недалеко находятся. Но тем не менее, это как-то противоречие внутреннее. С одной стороны, вы видите, что 5-6 месяцев стабильность, а с другой стороны, сами отмечаете, что однослойные вещества, вот вы сами показали картинку, да, они при взаимодействии с окружающей средой, значит, с ними происходит катастрофическое разрушение. Ну так мы же их изготавливаем внутри аргонного камеры, да, потом накрываем графеном и достаем уже после этого. Про исчезновение вы не говорили, вы говорили, что есть сорбция разного рода грязи, как вы назвали. Ну, поверьте, это совсем разные вещи. Да. Вообще, есть эксперимент, графен в инертной атмосфере при нагревании до 1500, даже выше градусов, устойчив в течение длительного времени. То есть сам графен не меняется, я бы сказал. Как это он исчезает? Ну, поскольку это один атомный слой, вот я утверждаю, да, что экспериментально он показывает, что эксперимент показывает, что он с течением времени, как один атомный слой адсорбата, так один атомный слой графена, ну, может быть, он более стабилен, конечно, чем адсорбат. Но это один атомный слой. Адсорбат пришел из газовой фазы к вам. И в газовую фазу вернется. А графен – это твердая фаза, и он никуда не исчезнет. Что значит никуда не исчезнет? Это один атомный слой. Один атомный слой. Он в этом прелесть определенными силами. А величина этой силы может быть подсчитана. Можете ли вы объяснить изменение температуры сверхпроводящей, когда вы уменьшаете толщину слоя? Да. А перед этим для уточнения, вот монослой диселенида необия по характеристикам, без всякого еще графена, без ничего, он отличается от компактного материала по температуре перехода сверхпроводящего? И насколько? Вот это как-то не прозвучало, как значит, мне показалось. Да, монослой, значит, как по мере того, как вы делаете его более тонким, да, у вас температура сверхпроводящего перехода от 7 Кельвин до 2 меняется. 2 это для одного слоя, 7 мешает. Это для предыдущего. Понял. Да, а теперь вот ответ на тот вопрос. Значит, с механизмом мы работаем. Тут есть несколько разных методов. Есть несколько разных вкладов, которые могут быть. То есть мы сейчас думаем, может это фанонные какие-то. То есть на самом деле ответа нет. Потому что это может быть беспорядок просто, может быть изменение фанонного взаимодействия, может то, что мы просто размерность уменьшаем, да, вот поэтому ответа у нас сейчас нет. Будет вопрос. Покажите, вот там, где вольтамперные характеристики у вас были. Это что, одна электроника? Это коррелированный перенос? Скуловская блокада? Вот у вас электрод, да? Ну, будем называть это электродом, расположен перпендикулярно плоскости графена. А если электрод будет касаться графена вот здесь, вдоль, то каков будет результат? Будет разница? Я вопрос понял. На самом деле с этим у всех людей, которые пытаются работать с границей графена, возникает огромное количество сложностей, потому что там очень много грязи. Поэтому на границе налипает, даже если она не формирует химической связи, она все равно там просто сидит, и когда вы там каким-то возите, да, объектом, получается, что попал. То есть иногда там ток выше, иногда он намного ниже, и ничего воспроизводимого получить невозможно. Перенос электрона перпендикулярно поверхности графена и вдоль поверхности. Там будет другая плотность состояния, в этом смысле, конечно, у вас немного только изменится. Да. Например, двухслойный, если вы берете, да? Да, двухслойный, то у вас на границе может он просто сцепиться, да, будет фолдер. И поэтому у вас граница двухслойного графена будет более совершенна. Ну, как переломить графен? Может быть, в этом случае будет интересно смотреть вот эти вот перпендикулярные, ну, вернее, те эффекты, про которые говорил
Вы это на самом деле пробовали это? Мы не пробовали, потому что мы не знаем, что происходит с границей. Да? Я знаю, что люди пробовали с квантовым эффектом Холла. Потому что, границы просто видели это. Вот. Но это уже Да. Ну, то есть она же тоже зависит, под каким углом вы попадали, например. Да, если там зигзаг, то он может и склеиться таким образом. А если там какой-то случайный угол обрыва, может там не образуется такого, такой склейки. Но люди видели разницу в квантовом эффекте Холла, там краевые состояния, которые отражаются от границы, они будут отражаться по-разному, в зависимости от того, какая граница. Вот это, в принципе, наблюдаемо.